Доброе утро, девочки! Доброе утро, мои любимые мальчики! Гороскоп на пятницу от мамы-отличника. Сегодня повезет тем девочкам, у кого надеты ажурные красные плавочки. У них будет нежданная, негаданная любовь. Повезет мальчикам, у кого на трусиках написано Кельвин Кляйн. Они встретятся со своим Кляйном, со своим Кевином. Так что приятной пятницы, девочки. Приятной пятницы, мальчики. Вот вам и хихихаха, девочки. Вот вам и хихихаха. Сейчас как свернет, и я пахнусь от страха. Мам, я домой пошел. Мама, я домой. Ой, смотри, а что творится. Пирожок с грибами забирать? Забирай. Мама, мама, это же самый настоящий газ. Мы такой в Челябинске только видели. Были при металлурге. Завтра в школу не пойду. Краснодар затопило. Хоть окна помоет. Смотрите, какой град. Ой, кошмар какой. Да отстань ты со своими пирожками. Любой забирай. О, кошмар. Мам, я ушел. Ой, какой кошмар. Хорошо, что я не пошла Масе за кормом. Хорошо, что посмотрела, черная туча идет, думаю, нет. Надо быстрее домой, потому что я знаю, что это все капец. Она моментом налетает, эта туча, и начинается такой страшнейший дождь. Привет, Краснодар! Привет, страна! В Краснодаре ужас, что творится с градом. Страшнейший дождь с градом. Хорошо, что я не пошла Масе за кормом. Хорошо, что посмотрела, черная туча идет. Думаю, нет. Надо быстрее домой, потому что я знаю, что это все капец. Она моментом налетает, эта туча, и начинается такой страшнейший дождь проливной. Смотрите. Видите, как начался, так и закончился. Все, просто льет ливень. Града нет. Ой, окна помыло. Красота. Сходила, покрасилась, но что-то не фонтан. Темное сильно. Мне не нравится темное сильно. Да, или нормально? Говори. Девочки, зашла сегодня в Дон Пари. Там новые повара. Два молодых человека. Новые повара. Это торт из кабачков, девочки. Буду пробовать. Ну, гречку взяла отварную, чтобы не варить. И что же это, девочки? Это я не знаю, что это мясо тушеное. Как называется, забыла, девчонки. Жаркое. Не, девочки, ну что, я пришла домой, смыла всю укладочку, смыла и намазала маслом. Прямо сильно-сильно намазала маслом. Что-то темновато, мне не нравится. Смывку я делать не буду, что волосы портить, да? Видите, в красный ушел. Ушел в красный. То вы говорили, рыжая, как кладовщица Клава, а теперь в красный ушла, как повариха Люся. Не обижайтесь, поварихи Люси. Вы самые хорошие девушки на свете, потому что кормите всех. Ну, нормально, завтра уложусь, нормально будет. Видите, девочки, я уже начала на пиксели отращивать. Вот эта челка потом, вот это все сзади отрастет, уже отросло.
все сзади отрастет ровненько, и вот здесь пойдет на пиксель. И потом я стрижку такую сделаю, модную стрижку, потому что я люблю вот такие, видите, вот такие люблю, чтобы были у меня бакенбардики. Чтобы выстрижено ушко было и выстрижено, чтобы вот очень хороший висок такой удлиняет, и лицо кажется такое вытянутым, более-менее. Щеки мои, как пишет там одна женщина, все одна и та же. Брылы. Что такое брылы? Я не знаю, что такое брылы. Брылы? Что такое брылы? Как расквасила свои брылы или отрастила брылы. Прямо это деревенские словечки женщины пишут, я вообще в шоке. Ну, видимо, моего возраста, может, постарше меня. Потому что это такие слова, что молодежь вообще не знает, что это такое. Так что вот такие дела, девочки. Вот маслом все, мажу маслом. Чем хорошо короткая стрижка, когда можно маслом мазать хоть каждый день, каждый вечер. Не только кончики, а полностью всю голову. И волосы растут очень быстро. Питание для волос. Вот этим короткая стрижка хороша. Ну и выходит тоже, знаете, встал, быстренько помыл, побрызгал, уложил, забрызгал и пошел. А длинные, посуши-ка волосы. Девчонки, вон как мучаются. Это же вообще... Поэтому вот свои прелести тоже короткой стрижки. И цвет. Захотела такой, захотела другой. Хоть какой. Ну вот получилась такая темноватая. Ну ничего. Ничего, нормально. Все хорошо. Прекрасно. Ой, девочки, вот какой сейчас град был, показывала. Темно все было. Посмотрите, какая прелесть на улице. Смотрите. Все, уже дальше пошел. Синий этот поток голубой, небесный, дальше пошел. Я, может быть, сделала бы пряди белые, но это короткие волосы для пряди, понимаете? Пряди, мне говорят, сделай там белые пряди, милирование сделай какое-то. Пряди должны очень красиво смотреться, когда они длинные, а тут коротко очень, видите? Они будут как обрубки, это будет не очень красиво. Пряди должны быть, вот волосы вот должны отрасти вот до такой длины. Тогда и пряди будут гармонично смотреться на укладке, на прическе. Когда отрастет здесь немножечко, сзади отрастет немножечко. И тогда будет все по-гармоничному. А так пока вот так. Ой, как дела, мои любимые девочки? Как дела, мои любимые мальчики? Как дела у вас? Все хорошо? Все хорошо. Я почему пошла краситься? Рыжий, вы же написали, Клава, Клава, Клава. А у нас завтра съемка с моим оператором. У нас завтра ответственная съемка очень будет. Поэтому, девочки, ждите анонса. Вот, поэтому я готовлюсь. Видите, девочки, быстро высыхает масло, прям быстро, волосы блестят. А я помыла, они были прямо такие, знаете, жесткие, хоть и маску делали, но все равно... Моментом, девчонки, впитывается. Вот масла все-таки, кто-то мне говорит там, ой, маслом намазала, кожа становится жирная, там еще что-то, ничего подобного. Вот у меня волосы высыхают, и все, и они становятся мягкими, шелковистыми, и блеск. Видите, какой блеск? Поэтому прям масла, 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 масла. Все маслом, маслом, вот и растут быстро. Это за месяц у меня вот на 2 сантиметра выросли они. А вообще за месяц. Ну, нормально, это сантиметр, наверное, за месяц на сантиметр, на 2 волоса должны расти. Нормально. Умотаться, девочки, можно, умотаться. Любуйтесь собой, чего мне не любоваться собой? Нормально все. Серьги мне вот эти нравятся, видите, какие? Обычная бижутерия, но очень хорошая. Я люблю обычную бижутерию, девочки. Все-таки, знаете, это разнообразие какое-то. А то один вот золотые сережки, которые, знаете, мама в 17 лет дарила и всю жизнь носит. Женщине 60 лет, она все в маминых сережках. Они уже у нее облезли, уже даже рисунка не видно. Все носит. Девочки, балуйте себя. Покупайте серебро, покупайте. Покупайте с жемчугом. Покупайте новое золото. Родители, балуйте своих. Мам, балуйте своих. Девочки, балуйте. Мальчики, балуйте мам. Мамам покупайте золотые украшения. Золото, серебро. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Моя любимая песня. Песня любимая моего папы, он всегда пел. Выпьет немножко, там веселье. Все там поют. Раньше же было за круглым столом. Соберутся все, вся семья в праздники. Пирогу бабушка настряпает, круглый стол.
сидят, выпивают, и он все время пел песню «Мама, милая, мама, как тебя я люблю». Любимая песня была. «Оренбургский пуховый платок» пели, потом пели Юрий Гагарин «Там летит в космос». «Под крылом самолета о чем-то поет». Ох, модная была песня вообще. «Зеленое море, тайги, летчик на посадку, да на самолет». Ну, в общем, очень много. Потом это «Крепче за баранку держись, шофер». Вообще, это были просто супер. Это как сейчас, вот, допустим, там, ну, кто, я не знаю, «Незабудка, мой любимый цветок» или «Твой там любимый цветок». Вот, а у молодежи. А раньше вот такие песни все пели, такие интересные. А потом уже я подрастать начала, ансамбли «Самоцветы» появились, «Пламя», «Веселые ребята», «Синий-синий-иний», в общем, ансамбли начали появляться в 70-е годы. А 80-е уже там все, там уже джу-джу-джу-джу-джу-джу. Так интересно. Вот как время. Время пролетает, пролетает целое поколение. Так что вот такие дела, девочки. Девочки, ну это шедеврально. Это вообще торт из кабачков. Обалденно вкусно, обалденно. В Дон Пари, кто живет рядом, девчонки. Сегодня зашла, там два новых повара, молодых парня. Шедеврально, девочки, честное слово, вкуснятина. Кто кушает, кто обедает, всем приятного аппетита. Время 3:30, 4 часа время уже. Я только обедаю и ужинаю, это и полничаю, это у меня все в одном. Завтракала в 12. Девчонки, очень вкусный торт, очень обалденный, просто попробуйте.